Привет! Привет! Вы на канале Минимал. Сегодня мы открываем Минимал шампунь, подушку Минимал и обезьянку, которую надо рисовать! Ура! Привет, привет, друзья наши! Мы рады вас видеть в новом году! С Новым годом! Здоровья, счастья, любви! Ой, Настёна, ты уже раскрываешь, да? Да. Я хотела рассказать, что это за магия блеска. Блеска магия. Да, магия блеска. Мы и сами, в принципе-то, не знаем. Сейчас будем открывать и смотреть, что это такое. Интересная такая коробочка. А кто это опять тебе, Настя, под елочку все подкладывает? Наверное, Дедушка Мороз. Что, вот это все время тебе Дедушка Мороз подкладывает подарочки? Наверное, я сильно была послушная. Ух ты! Ну, спасибо, Дедушка Мороз. Ты, наверное, обещаешь слушаться весь год. Тут еще одна картина. Собачка. Да. Потому что это нарисована была собачка. И что ж там такое? А ну-ка сейчас давай покажем коробочку. Двухсторонний скотч, кажется. Двухсторонний скотч, ага. И вот эти фломастерки маленькие. Ух ты, тут такая вот картоночка. И коробочка. Значит так, создай свой блестящий шедевр. Творчество для детей. Там входят две картинки в наборе. Потом карандаши глиттерные. Это значит блестящие такие карандашики. Настя уже открывает. Итак, что мы делаем? Нам надо создать свой шедевр. Это развивает мелкую моторику ребенка, фантазию, цветовосприятие, усидчивость и чувство прекрасного. Да. Итак, что мы должны сделать? Сначала собачку. Да. Раскрась картинку глиттерными карандашами. И дайте ей подсохнуть. Давай покажем, что это за карандашики такие. А ну-ка, давай картину мы такую сейчас покажем. Ага, вот такая картонная, красивая картина. Собачка, солнышко и улиточка. Так, Настёна, это ты должна раскрасить. Вот такие вот карандашики. Ух ты, какие интересные. А ну, давай мы сейчас немножечко попробуем. Как же это делается? А ну, сейчас мы... Значит, мы надавливаем. И вот таким вот... способом рисуем. Да, вот таким вот способом мы их, получается... Так, выдавливаем чуть-чуть на капелька сюда, сюда и сюда. Да. Вот. И теперь мы их размазываем, получается. Можно я попробую? Можно я попробую? И будет... Настёна поет песни. И будет такая интересная раскраска. А я вот эту покажу пока. О, сейчас же год обезьяны, Настёна. Да. Я вымазалась немножко. Здесь ничего страшного. Здесь обезьянка. Вот такая вся она в цветочках, вся в ромашечках и на деревце. Ну вот я тоже сейчас начну немножечко раскрашивать. Сейчас я покажу, как это делается. Вот такой у нас карандашик. Вот откручиваем. Он, как получается, жидкая. Здесь такая вот краска. Краска жидкая с блестками. Вот сюда мы, получается, капаем вот по чуть-чуть, вот так вот раз, и раскрашиваем вот таким образом. Вот так, вот так, вот так, вот так. Так, остались щечки розовые. Угу. Настя. То есть вот так вот мы... И она должна еще потом высохнуть. И мы создаем такую блестящую, красивую-красивую картину. Мы сами еще ни разу у нас такой не было, да, картинки? Да. Вот, уже вот немножечко красиво получается. То есть уже вот получается красивая картина. Так, дальше что мы делаем? Пока Настёна разукрашивает вот свою улитку. Да, улитку, я сейчас покажу, тут есть еще вот такая вот картонка. Вот. Мы сейчас вот эти все детальки... Ага, это получается такая вот картина. Мы можем нашу картину, которую потом нарисуем, ставить вот сюда на эту подставочку. Вот. Вот так вот. Мы ее прилепим вот сюда. И все. И что мы сделаем? И что мы будем делать? И вот так вот будем ставить ее. Ну, это нам еще до этого дойти надо. Я думаю, не закончится у меня тут. Настёна, Настён, ты пока разукрашиваешь,
А ты давай посмотрим, что там за Минни Маус у тебя стоит под елочкой, такой красивый. Да. Это не под елочкой точно. Вот такая опять под елочкой стояла у Насти интересная Минни Маус. Откуда это она пришла, интересно? Сейчас мы ее откроем. Так, возьмем ножнички. Так, Минни Маус написано. Дисней. Дисней. 200 миллилитров. Это шампунь. Итак, нам Дедушка Мороз принес шампунь Минни Маус. Да, чтобы у нас были волосы красивые, пушистые, чистые. Во, какая красота! Вот такая красивая Минни Маус. У нее на животике одна ручка. И сзади написано Минни Маус. Класс. Ставь пальчики вверх. Смотри, Настена. Да! Класс. Ну, мы сейчас посмотрим. Так, у нее голова открывается, я так поняла. Сейчас мы ее откроем. Она резиновая. Сейчас, секундочку. Ой! Елка заела. Да, и здесь получается вот такая вот... Ну, сейчас я понюхаю. Ой, как пахнет. А чем она пахнет? Я не знаю, Настя, какой-то жвачкой такой, вкусняшкой, да? Правда, да. Если бы дать вам понюхать, ой, обалденно. Ну, там такая вот, ну, я не знаю, она что-то не... Ой, выливается, она такая вот прозрачная там шампунька, но она очень... Ой, как она пахнет. Так, ну, закрываем. Что... Так, можно, смотрите, помыли... А. Я закрываю все уже. Ты уже все по разу спрашивала? Да, розовые я уже спрашивала. Вот, так. Смотри, Настен. Я немножко умыла. Ничего страшного. Мы можем, получается, что? Вы это, то есть, когда шампунь это закончится? Ты... Можем просто играть. Просто играть Минни Маус. Да. Вот такая у нас будет Минни Маус. Будем с ней играть. Красавица. Круто. Да. А подушка Минни Маус. А, подушечку еще он нам. О, подушка Минни Маус у нас еще такая. Вот такой вот банк. Ой, мам, смотри, какое желтое. Там крышка осталась. Ну, сейчас я попробую что-то сделать. Дисней, получается, тоже это настоящая подушка Дисней. Вау, такая крутая. Ничего себе. Настя, ты будешь на ней спать? Да. Держи. Она мягенькая я такая. Я попробую достать там крышечку. Хорошая. Мам. Тебе нравится, да? Да. Угу. Класс, супер. Так, сейчас мы попробуем. Чего-то не открывается желтый. Там крышка просто. Там. Ага, держи, пожалуйста. Вот я сделала уже. Спасибо. Пожалуйста. Так, так ты рисуешь уже собачку. Рисуй собачку уже, да? Я цветочек рисую. Так, а я еще, например, сейчас нарисую, покажу. Ой, у меня тоже такая же ситуация. Почему-то вот такая штучка осталась там. Странно. Сейчас мы попробуем что-то сделать. А ну. Сейчас мы справимся. О, все, мы справились. Итак, мы сейчас будем получать... Сейчас я поближе покажу камеру. Что это мы делать будем? Итак, мы сейчас вот, например, зеленые листья. Да, вот мы сейчас разукрасим зеленые листья. Какие будут красивые, блестящие зеленые. Лицо улиточки, мам, надо. Конечно, можно и лицо, можно и собачку уже разукрашивать. Вот такой листик у нас получается блестками, красивый-красивый. Вот такой красивый листик. Еще вот такой листик. Сейчас мы разукрасим. Будет у нас красивая такая картина. И у меня. Потом мы вот когда разукрасим это все, эту всю красоту, поставим оно должно у нас вот высохнуть. Так. Поставим на подставочку, она будет на подставочке сушиться. Да, потом на подставочке она будет сушиться, а мне пока нужен розовый. Я сейчас обезьянку нашу. Сейчас же год обезьянки, разукрашу нашу обезьянку. А скоро же год собачки. Чуть-чуть. Ну, интересная такая увлекательная игра для деток. Это такая получится красивая-красивая картина.
глиттерными карандашами. Это так называется. Ну, я бы даже сказала, это как бы не карандаши, а такая да, вот... Да, ничего, что желтый попал на щечки розовые. Ничего страшного. Вот желтый закончила я. Так, мне, наверное... Какой тебе нужен цвет? Да, какой у нас... Голубой мне нужен, вот он. О, голубой бы и мне нужен был бы. Ну ладно, подожди. Лучше другое ты же нарисуй сереньким. Сереньким, да? Да, сереньким. Хорошо. Потому что он мне тоже нужен. Очень долго он мне нужен. Долго тебе нужен, да? Да. Вот у меня уже такая обезьянка получается красивая. На очень долгое время. Угу. Что, наверное, он закончится. Так. Для твоей обезьянки. Теперь какой мне еще цвет нужен? О, серенький у тебя есть. Да. У меня серый. Красота. Красота. Сейчас мы вот эти нарисуем цветочки. Ой, вымыла за улитку. Улитка. Не люблю улиток. Чего? Не склизкие. Банана, банана. Миньон, обезьяна любит банана. Няма-няма, да? Банана-миньяна. Угу. Так, итак, что у нас получилось с нашей картиной? Вот такая вот у нас картина красивая получилась. Мы с Настенькой раскрасили вот такую вот обезьянку. И вот такая вот у нас красивая получилась обезьянка. Приклеили на двухстороннем скотче мы эту картину к вот этой картоночке. И вот так можно ставить и любоваться ей. Под елочку можно поставить. Вот такая вот красота получилась. Мама, ой, ты поставила на цветочек, где я рисовала. Да, мы сейчас покажем. Настя рисовала собачку сама. Умничка, какая красивая блестящая собачка у Настёны. Нам голубого не хватало. Ну ничего страшного. Ну у нас зато закончились почти уже все вот такие карандашики. Да, даже глазовый. Круто. Ну все, пока-пока, вот такая у нас картина получилась, пока-пока. Пока, подписывайтесь на канал Вина, с тобой летим. Ура, пока. Я рада, мне больше вот этой.